Сейсмическая бомба «Толбой» взорвалась при обезвреживании в Пястовском канале близ города Свинаусце в Польше. Это самый большой снаряд времен Второй мировой войны, когда-либо найденный в стране. Неразорвавшуюся бомбу обнаружили в сентябре прошлого года во время работ по углублению канала. Он соединяет Щецинский залив с Балтийским морем. Бомба весила почти 5,5 тонн, из них 2400 килограммов – это взрывчатка. Во время операции по обезвреживанию планировали дистанционно пробить корпус снаряда и сжечь взрывчатое вещество. Однако сработал детонатор. По официальным данным, все водолазы находились на безопасном расстоянии и никто не пострадал. 750 местных жителей были эвакуированы заранее. Сотрясение от взрыва почувствовали даже Свинаусце, но вся инфраструктура осталась целой. Также не пострадал регазификационный терминал, который находится в городе. «Толбой» – это разработка британского изобретателя Барнса Уоллиса. Бомбы предназначались для разрушения крупных объектов и подземных целей. Их использовали в конце войны для уничтожения стратегических объектов нацистов. Эту бомбу сбросил британский самолет в 1945 году, когда атаковал немецкий крейсер. В общей сложности на судно сбросили 12 «Толбоев». Не разорвался только один.